Наш следующий материал о героическом поступке Ивана Кононова. Капитан судна на воздушной подушке спас утопающего. Мужчина держался за нос перевернутой лодки. События разворачивались на реке Печоре 28 мая. В следующем материале все подробности. В тот день Иван Кононов вел судно «Полярник» по маршруту из Великовисочного в Нарьинмар. На участке между Красной Печорой и Каменкой капитан заметил перевернутую лодку. Иван, не раздумывая, прибавил скорости и помчался на помощь утопающему. Из воды виднелся только носовая часть ее, вот, и за нее держался мужчина. Я остановился где-то на расстоянии, говорю, 10 метров. С борта снял спасательный круг, кинул ему, вот, поднял его на борт, снял сырую одежду, помог ему снять. Человек замерз уже, напоил его горячим чаем, ну и проследовал дальше по маршруту. То ли из-за полученного шока, то ли из-за скромности, спасенный мужчина сошел с судна во время остановки в поселке Хангурей и даже не поблагодарил капитана судна на воздушной подушке, который, можно сказать, подарил ему жизнь. Впрочем, сам Иван Кононов героем себя не считает. Говорит, любой другой человек, оказавшись в подобной ситуации, поступил бы так же. Это Печора. Это такая река, которая, ну, уже все давно знают, да, она каждый год уносит не одну, не две жизни. Такая суровая речка, что, ну, бросать одного человека, вот, ну, попал человек в такую ситуацию, остаться одному, это, ну, тяжело на самом деле, и выбраться тяжело. Я думаю, что если бы я не был в ту минуту, в том месте, я думаю, что этого человека бы не спасли. Немного расскажем о герое. Иван Кононов с детства мечтал связать свою жизнь с судоходным делом. Окончил морской профессиональный лицей имени Орешкова. После получил высшее образование по специальности. В Ненецком округе мужчина работает уже 2 года. За спасение утопающего руководство Северной транспортной компании намерено ходатайствовать о награждении капитана на районном уровне. Алина Волчейская, Владислав Ткачев, телеканал «Север».